Привет! Вас приветствует канал Анастасии Кальченко на YouTube. И сегодня вы посмотрите процесс сборки вот таких вот замечательных зайчиков из оригами-модулей. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, для того, чтобы собрать зайчика, мне понадобятся модули. Всего 522 модуля. 402 белых модуля я взяла для этой модели зайчика. 48 красных модуля. 48 желтых. И 24 зеленых модуля. Итак, делаем первые два ряда. В каждом ряду будет по 24 модуля. Первые два ряда будет из белых модулей. Длинной стороной к себе закрепляем модули короткой стороной. Итак, смыкаем кольцо, нашу поделку. Делаем третий ряд тоже из белых модулей, тоже 24 модуля. Короткой стороной. Модули я делала 16-я часть от листика А4. Вы можете взять любой формат модуля. Итак, получается вот такой вот у нас начало зайчика наше такое. Три ряда из белых модуля по 24 штуки. Четвертый ряд у меня будет из желтых модулей. Тоже 24 модуля. И четвертый ряд делаем. Модуль надеваем немножко выше, чем обычно. И край, вот этот вот краешек, выдвигаем вперед, чтобы свитерок нашего зайчика отделялся от туловища. Вот таким вот образом. Пятый ряд. Красные модули. Вы можете взять цвета абсолютно любые. Тоже должен быть краешек, вот этот, немножко выпирать. Должен выпирать. Пятый ряд красные модули, шестой ряд зеленые модули, потом опять красные и желтые. Это будет свитерок в разноцветную полосочку. Вот у меня получился вот такой разноцветный свитерок у зайчика. Следующий ряд будет беленький. И тоже одеваем 24 модуля, но короткой стороной наружу.
туловище нашего зайчика готово. Начнем делать голову. Для этого нам нужны белые модули. И каждый этот первый ряд нашей головы, значит, мы должны увеличить на 6 модулей. У нас здесь 24 модуля. Нам нужно увеличить ряд следующий на 6 модулей. То есть на каждый четвертый модуль, мы надеваем модуль, 2 модуля на каждый четвертый. Значит, длинной стороной наружу мы надеваем. Вот так вот. Раз. Два. Три. На каждый четвертый модуль мы надеваем 2 модуля. На один кармашек 2 модуля. Опять. Раз. Два. Три. И опять 2 модуля надеваем. Вот, один кармашек свободный у нас. На один краешек модуля надеваем мы другие модули, 2 модуля. Опять 3. Раз. Два. Три. И на четвертый 2 модуля. И в итоге у нас должно получиться 30 модулей в ряду. Итак, вот начало нашей головы. Первый ряд головы зайчика состоит из 24 модулей. Второй ряд из 30 модулей. Мы добавили по 2 модуля на каждый четвертый. Следующий ряд, третий, тоже будет состоять из 30 модулей. Вообще всего голова состоит из 8 рядов. Первый ряд из 24 модулей, остальные по 30 модулей. 8 рядов. Раз, два. Еще нужно сделать 6 рядов по 30 модулей. Итак, я сделала голову зайчику. Вот такая вот головка получилась. Кончики последнего ряда модулей я сузила немножко внутрь, придала форму округлую. Итак, приступим делать ушки. Ушки делаются следующим образом. Короткой стороной наружу мы надеваем 6 модулей. Модулей. Дальше мы надеваем 5 модулей. 5 модулей. Третий ряд ушка. Опять 6 модулей. 6 модулей, причем краешки вот этих двух мы надеваем в один кармашек. Вот так вот. Крайний первого ряда, вот этот вот, мы тоже вставляем в кармашек. Вот. Надеюсь, понятно. Будет 6 модулей в третьем
6, уже 3 ряда. И таким образом надо еще нам сделать всего 7 рядов. То есть 3 уже сделали, еще 4 ряда. Сейчас будет у нас 5 модулей, потом опять 6, и так до 7 ряда. Вот, я сделала 7 рядов ушка нашего. Восьмой ряд у нас будет 5 модулей, то есть на 3 крайних краешка нужно надеть 2 модуля. В один кармашек 2 краешка должно поместиться. Вот, 2 крайних модуля мы надели в один кармашек 3 краешка. Настя, посмотри, видно там? Да. Всего получается 5 модулей в 8 ряду. В 9 ряду 4 модуля. Тоже 3 краешка в один кармашек. И 2 средних модуля мы делаем немножко выше, чем другие, чем остальные. Чуть-чуть выше их делаем. Должно получиться вот, вот такое вот ушко. Второе ушко делаем по такому же принципу. Отступаем 4 краешка. Раз, два, три, 4. Можно больше отступить. 6 краешек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Отступаем и делаем следующее ушко. Тоже 6 модулей. Потом 5. Ну и все точно так же, как и в этом ушке. Вот такие вот ушки у меня получились. Голова, туловище. Это у него кофточка разноцветная у зайчика. Теперь будем рисовать и вырезать детали, глазки, мордочку, ручки и воротничок. Вот такой зайчик у меня получился. Этот зайчик у нас мальчик, а мы сейчас сделаем ему парочку, девочку. Итак, второго зайчика мы делаем... Начинаем делать так же, как и первого. То есть 3 ряда, белые модули по 24 штуки. Если мы в первом зайчике начинали уже делать из цветных модулей кофточку ему, то здесь мы добавляем еще 2 ряда белых модулей по 24 штучки. Еще 2 ряда. Дальше нам нужно сделать юбочку. Берем модули цветные, любого цвета. И вот этим длинным носиком мы вставляем, просто вставляем в один модуль. Просто вставляем. Делаем подобие юбочки в модуль. Не между двумя модулями, а в один модуль. Дальше мы надеваем модули, как обычно, на 2 краешка, следующий ряд. В следующий ряд вставляем модули, как обычно, на 2 краешка от разных модулей. Получаются они между вот этими вот
нашими вставленными модулями. Следующий ряд у нас идет другого цвета, тоже 24 модуля. Только другого цвета. Следующий ряд из красных модулей. Тоже 24 модуля. Красный ряд и потом опять голубенький ряд у меня будет. Вот такое платьишко у нашей зайки получилось. Дальше голова и ушки делаются по такому же принципу, как у первого зайчика. Все точно так же. Останется только добавить к зайчику девочки какие-то украшения, бантик на ушко можно сделать. И детали одежды. Глазки, носик, детали одежды, воротничок и лапки приделать. Вот и все. Кому понравилось наше видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте писать комментарии. Всем пока!